Так, ну что, в Photoshop заходим, чат. Я купил лицензию беты, да? Ой. Вот что я добавил, и она мне реально женщину туда засунула. Вот я прям заржал. Типа, что она там? Я пытался колесо добавить. Вот я брал вот так, я такой, генеративная заливка. Wheel Sport Car. О, поняла, слышите, сейчас колеса поменяю. Короче, у меня была идея затюнинговать машину. Какой-нибудь взять ВАЗ-2107 и тюнинг ему. Или будем с подписчиками лучше угорать? Она по-русски понимает, разве? Нет, она не понимает. Варианты тыкай. Ну, под углом, конечно. Ну, вот этот диск прям вообще пиздато смотрится, да, чат? Хорошо. Лада Приора. Посмотрим, заменит, нет? А, не хочет, хорошо. Форд Мустанг. Ладу не знает. Сейчас попробует Мустанг заменить. Ну-ка, сейчас глянем. What the fuck, что это? Это, ну, спереди это Мустанг, а сзади это что? Какая-то Мазда. Короче, чат, предлагаю собраться. Кидайте фотки мне в ТГ. Сюда фотки. Кидайте, я там рандомные поскачиваю, поиздеваюсь. Но я не всех буду там, как бы, рандомно сейчас потыкаю. Бля, пожалуйста, только чтобы это были не скучные фотографии, просто селфи, бля, какого-то. Внимание, сейчас нужна будет помощь каждого человечка из чата. Вот у меня есть папка с заготовленными фотографиями. Вот, заготовленные файлы. С чего начнем? Я предлагаю начать вот с этого первого пацана. Это какая-то слишком пиздец фотография. Что можно сделать из этого? Так, вот он у нас есть. То есть, вот эта рамка, да, то есть, она меня бесит. Расширь по бокам. Я не умею, чат, я бы с радостью. Вы мне если объясните, как расширять, я готов. С нажми. О, благодарю. Так, есть, хорошо. Значит, мы можем вот так сгенерировать. Генеративная заливка. Майнкрафт. Портал. Как ад будет? Портал to hell. Надо ж блюрить, наверное, она ж хуй может выдать. О, господи, это ни хуй не Майнкрафт. Просто дверь, типа, заспанул. Майнкрафт портал. Недер портал. Сейчас генерирует. Ну, а что это может значить? То есть она цветочки просто удлинила. Хорошо, сейчас полистаю. Сейчас очень страшно будет. Вот откуда здесь человек взялся? Это страшно. Что, блядь, она вообще тогда умеет делать, если она это не умеет? Так. Как-то ранчо with cows. Коров туда добавим ему сейчас. Он выглядит как сын фермера. Так, хорошо. Более-менее есть. Справилась с этой задачей. Хорошо. Ранчо, правда, нет. Выбираем тёлку реальную. Вот какая вам тёлка больше зашла? Вот такая или такая или... По-моему, вот. Охуенно. Разъёб. Вот эту оставляем. Справа надо... Надо справа ферму добавить. Фарм. Это ж ферма будет. Надо ферму с другой стороны. Можно ему картину в руки вручить. О! О! Как вам? О, вот это лучше ложится, кстати. Слышите, чат? Просто разъеб. Надо с этой рамкой что-то сделать. Она меня бесит. Можно, в принципе, волшебной палочкой ткнуть, и она уберется, в принципе. Я только, блядь, я давно фотошопом не пользовался, тут все изменилось. О, сука, я CS5 последним это самое. Помню, волшебной палочкой тыкаешь? Короче, надо что-то с шляпой сделать. Ща, выделю по возможности. Фермерская шляпа, как будет? Ой, а куда-то у него башка улетела. Ладно, короче, фармер хат. Хат же так пишется? Мне кажется, не надо так точно выделять. Надо квад... О! Ты смотри лучше, чем в оригинале. Кепочка разъеб. Вот это кепочка разъеб. Так, теперь надо как-то усы ему сделать. Как будет усы? Ладно, давайте бороду. Беард. What the fuck? Погодите, стоп, 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 стоп. А зачем он все лицо-то изменил? Это отмени, господи. Ну как мне без лица усы-то сделать? И бороду. Учусь Киркоров какой-то. Слышите, надо блюрить. Я сейчас, в принципе, она сейчас тут, ну, нахуй, нагенерирует мне. Ладно, не будем идти ничего с лицом делать. Канал забанится сейчас. Выдели область под усы. Вот так сделаем. Берт. Экранчик вырублю тоже, да? Что-то очень... Очень страшные вещи сейчас происходят. Но... Не, на... Бля, идеально! Вот это разъеб! Так, теперь... Значит, окей, я, допустим, выделил верхнюю часть. И чего? А, можно без текста генерировать. Прикиньте, вот цветы можно развернуть. Ладно, я разверну цветы. Теперь просто бы так сделаю. И напишу вот здесь вот. Delete flowers. Справится? Нет? Дайте посмотрю, что будет. What the fuck? Кто это? Не-не-не-не. Короче, ребят, ну с цветами, наверное, мы не будем ничего трогать. Я хочу сказать, что вот идеальная фотография. Если вы кто-то скажет, что это не идеальная фотография, пусть нахуй идет.
мы прокачали, затюнинговали, так сказать, типа, с коровами фермер держит цветочки. По-моему, достаточно для того, чтобы был разъеб. 10 из 10 было, конечно, очень плохо. Стало охуенно. Это идеальная фотография. Смотрим следующую. Так, есть такой голум у нас. Лысый. Значит, для начала нужно сделать башню. Ну, блядь, как-то вот, сука, как-то можно расширить? Ладно, побольше нарисую просто. Так, для того, чтобы сделать его волосатым, нужно написать что? Не, ну, бля, ребят, hair tower. Типа, волосы, башня, что-то непонятно, я бы сам не понял. Hair from 2007. Посмотрим, что, блядь, предложит. Ай, нихуй. Бля, это ж моя прическа, алло, что смешного было. Так. Это какой-то 2002. Так, хорошо, пускай так и останется. Или вот, мне вот это нравится. Ну ладно, сделаем вот эту. Delete Tutkh. Или Tutkh, или Tit. Я ж Tutkh правильно написал? Приходится выключать чат, к сожалению. Я просил удалить зубы, но так даже лучше. О, оригинал. Так лучше. Так, хорошо. Нужно как-то гитарку, наверное, добавить какую-то вместо микрофона, да? Ну, то есть, я думаю, все согласны. Бас, гуитар. Вот это пойдет. О, еще так можно поставить. Можно так. Ну, вот это как будто в руках у него, поняли? Надо расширить фотку, я считаю. А теперь вот эту область, исходя, берем вот так вот и просто нажимаем генерировать. То есть, она должна видеть шею, гитару. Ладно. Что там еще? Чат! Смотрите, вот это первая версия. Вторая версия хорошо подходит. Но третья, что вы увидите, это 10 из 10. Правда, гитара пропала. Просто разъеб. Так, хорошо. Бля, у него одежда такая, как будто он из Стартрека. Надо что-то поменять, наверное, да? Мне вот это не нравится, я, пожалуй, перегенерирую, что тут. Петицию подпишешь? Нет. Рука странная. Но мы все не идеальны, братишка, что поделать. Хорошо, столик красиво получился. Теперь руки надо сгенерировать. Ой. Бля, это точно пальцы? Ладно, было лучше. Пусть так остается. Сука, надо что-то вот влево куда-то расширить, да, то есть... Что мы слева будем делать? Бля, девушку сгенерировать? Бля, это будет сейчас... Фу, я боюсь. Погнали. Я знаю, что она не делает 18+. Чего? Ой, ладно. Смотрите, вообще идеально! И вот еще, кстати, третья генерация с девушкой. Ее нет. Итого у нас три варианта. Вот она... И вот тоже она, но ее как бы нет, поняли? Потому что более реалистично выглядит. Ладно, короче, оставляем первый вариант, потому что это пиздец. Так, а слева у нас что будет? Как-то... Как детдом будет на английском? Бэби... Ладно, бэби хаус напишу, логично. Я такой спрашиваю, как будет детдом? Челы пишут, детдом. Но только английскими буквами. Бля, так интересно, как оно, сука... Чего, бля? Так, погодите. Ну, он тут хуйню нагенерировал, если честно. Еще генерируем. Эх, блять, что это? Мне больше нравится, чтобы оно сгенерировало какого-нибудь полисемен. Вот так. Пусть там будет полицейский. Потому что, ну, очевидно, тут странная хуйня происходит. Ой. Это 10 из 10. Сейчас, секунду. Но это плохо сгенерировалось. Все, оставляем вот так. Все, идеальная фотка, она просто существует. Вот так она будет выглядеть. Так, как-то надо сохранить. Эту фотку мы затюнячили. Идем далее. Так, какой-то подпивасник. Удаляем фон. Так, хорошо. Теперь я могу генерировать, что... Трэш. Как будет помойка на английском? Бля, ну какая-то хуйня. Чат, он не так понял. Трэш, это... Он понял, что это какая-то стенка, типа. Не пойдет. Нужна как-то прям вот именно... На английском, наверное, помойка как-то есть. Сочетание, наверное, из двух слов. Rubbish мне что-то пишут. Rubbish heap with trash. О! Больше похоже на правду.
Осталось только теперь красиво как-то вот фон сделать, да, то есть, ну, так, жиденько. Я думаю, ну, а что тут еще сделать-то, блядь, да, че, стоит человек. Ну, вот можно ему вместо бутылки дать что? Шотган, пусть дробовик держит. А, сгенерированное изображение не дает, блядь, сгенерить. Шотган не дает. Хорошо, что ему сгенерить тогда? Давайте ему копье какое-нибудь дадим или что-то такое, палку какую-нибудь. Лопату, шоуэлл. Шоуэлл in hand. Да. Блядь, дилдо он не будет генерировать, чат. О, а чё, пойдет? Пойдет. Ладно, просто пусть что-нибудь сгенерирует, посмотрим, что она подкинет. О, уже помещение какое-то попало, нормально. Если я думаю, пойдет, чел на помойке, все, а что еще добавить? Ничего не будем добавлять. Можно просто расширить ее, попробовать, посмотреть, что будет. Вот так. А тут можно поместить какого-то типа. Тут напишем Хогвартс. Хогвартс. What the fuck, кто это, бля? Бля, я не знаю, пусть так будет. Я думал, там чел без штанов. Как будет метла? Метла как будет? Broom in hands. Все, погнали. Сука. Как влетает. О, вот это. О, все. Есть же. Я считаю, нормально. Типа 10 из 10 сейчас мы сделали. Почему бы и нет, да, то есть. Оно, оно. Все зафиксировали, идем далее. Кто у нас есть? Какая-то мадама. Нет, вот мне вот это более интересно. Погоди, мадам. Здесь я ничего не буду тюнячить. Приятного просмотра тебе, чел. Надеюсь, ты уже вылез. Я просто сделаю расширение вниз. Блять, половину, наверное, выделим сейчас. Вот так. Бля, если там банка появится как-нибудь. Вот тут я заблюрю на всякий. Не могу нейросетям, ну, доверять, понимаете? Да, я сейчас он ноги, наверное, какие-то кривые, как локти сделает, блядь, знаете. А вот это уже грустно, чел пропал. Не, мне не нравится, давай еще генерировать. Что-то какая-то грустная ситуация, как будто и не было ног. Бля, я просто думаю, а правильно ли я вообще выделял? Ну, то есть, я должен, может быть, все выделить? Я просто пока не до конца понимаю, как она работает. Или просто если я выберу, наверное, фул, она есть вероятность, что она просто вообще все другое сделает. Да, она просто все другое сгенерировала. Но красиво, кстати, я не знаю, что это. Так, пробуем еще раз, но вот так. Или только белое, давай только белое выйдет. Пока изучаю только чат, не бухтите на меня. Короче, в пизду, тут вообще ничего не получается сделать. Но Photoshop выписал мне, что контент был удален, потому что он не соответствует политике Photoshop. У них, видимо, другая нейронка, ну, типа, детектит пиздец какой-то. Да ничего там не было, забейте. Ну, хуйня. Это не будем мы делать. Так, у нас есть вот это вот охуенный автомобиль. Что с ним мы можем сделать? Значит, у нас есть информация вот эта. Предлагаю просто вот, ну, ну что сгенерирует, то сгенерирует. Сейчас мы затюнем ее жестко. О! С кайфом. Так, номера у нас теперь не существует. Смотрите, как машины без номера выглядят, пизда. Далее нам нужно как-то сделать тонировку. Как накатить тонировку? Пом тинт. Window tint. Тонер 5%. Да ну хуйня какая-то, да, чат? Дайте, блядь, лучше сделаем Mercedes лого. Бля. Это не Mercedes, это ну ладно, Sport Wheel. Сейчас переднюю, заднюю поменяем. Цвет попробуем изменить, да, еще. Занизить. Как мне занизить-то ее, блядь? Я что, гений фотошопа, по-твоему? Есть. Sport Wheel. Логотипа не делает. Ну, мемесе какой-то вон. Ух ты, ёпта. Бля, это уже какой-то Volvo сзади. Ну ладно. Change color to red. Бля, если так можно будет вообще легко делать. What the fuck, это фака, ебана! О. Идеально. Бля, ну она, короче, я так понял, полностью все меняет. Цвет менять ей нельзя. Я думаю, стандартами надо. Вот тут спойлер надо поставить. Spoiler on car. Все. Пизду, короче, я заебался эту картинку делать. Мне кажется, оно. Ну, типа, вот была нормальная машина, возможно, да, но сделали еще лучше. Идем дальше. Что у нас еще из фоток? Папич, вот тут максимальное поле для генерации вообще чего угодно. Предлагаю вот тут написать knife in hand. Политику удалено. Не даст, хорошо. А kitchen knife. Видите, а это другое уже. Кухонный нож это другое. Вот, уже и как бы нормально. Так, во вторую руку надо либо гаечный ключ, либо копье. Выбирайте, что из этого больше подходит здесь. Копье. Как будет копье? Sword in hand. А-а-а! А вот так даже лучше. А чё, идеально. Дальше. Надо щит. Ну что вы не сказали, давайте щит тогда ставить. Как будет щит, я забыл.
Shield, ну точно. Shield. Да, ну первый больше ложится, да? Хорошо. Так, теперь надо расширить вниз. То есть никто не знает, что у папича снизу. Нам нужно узнать, что у него снизу. Сейчас нам Photoshop скажет всю правду. Так, мне, короче, как я понял, просто кусочек надо вот так выделить. Вот так. Чтобы он понимал, что конкретно ему продолжать. Меньше. Хорошо, понял. Вот так вот. Так, вот тут я заблюрю. Как это так? Бля, ну это говно какое-то. Я не понимаю, как этим генерировать. То есть мне, грубо говоря, просто надо вот это вот, блядь, тогда сделать. Только белое. Все, теперь понял. Так, это, блядь, я что-то забыл вам камеру выключить. Ну-ка. Ну, в общем-то, этот ебаный щит, он меня не, мне не понравился. Но вот второе, второе выглядит уже неплохо. Но вот щит тут ни к чему. Поэтому предлагаю просто его перегенерировать. Ну, это, бля, конечно, пи***ц. Так. Change outfit to Skyrim armor. Короче, если эта нейронка попадет к умным людям, а не таким, как я, это будет пиздец, какая вещь страшная. А что там за рука мужика какая-то? Короче, я думаю, все, хватит. Бля, это страшная вещь. Реально. Что у нас еще есть? Что будем над малолетней девочкой издеваться? А как будет снять очки? Remove glasses. Сейчас мы тебя, блядь, расколем, что там за очками. Ну это ебейший фотошоп, ладно. Тебе с этими очками есть что больше идет. Я говорю, delete. Он такой, ну ладно, раз ты сказал поменять, хорошо. Пиши ice. Ладно, пишу ice. Блядь, на ты... Ладно, вот тут как будто бы мужик охуенно бы лег, слышите, на полу. Homeless on the road. И это будет прям просто, знаете, пародия на фотку, где бомж лежал у Мазелова. Бля, он не понял, короче, чат, он дорогу дохуел. Нам нужно что-то другое. Нам нужно положить туда бомжа, 100%. Homeless man sleeping. Охуенно сгенерировало, чат. Пойдет. Так, хорошо, бомж есть. Я считаю, все, протюнинговано. Пойдем смотреть следующий, там больше фоток особо нет. Там есть моя, но с ней тоже ничего не придумать. Че вы выберете? Первым мы будем кота пихать или... или депутата собачьего? Вот этого. Сейчас мы ему кроксы наденем, а то что-то не модный реально. И надо его в огород поместить. Кого нахуй? Крокс это что, крокодил что ли? Ладно, пускай будет крокодил. Тогда нужно сделать эти джунгли. Джангл. Я хотел ему сандали, но у него ножки маленькие стали, слышите, 28 размер. Руку не выделяй. Сейчас посмотрим, что будет. Че еблан? Вот как он генерирует? Он мне... Я пишу джунгли, он мне вешает мужика, который за руку жмет. А дальше мне показывает, ну, два растения. Как мне джунгли сделать, сука? Пробую еще раз джангл написать. Джангл. Правильно пишу джунгли? Ладно, он правильно понял. Смотрите, чат. Это уже как будто бы у мамы, у портничка, вот мамочка тут, блин, вырастила цветочки. Классно, блин, крокодильчик тут уже. Все как-то по-домашнему, реально. Вот у нас есть тут, да, вот можно тоже сгенерировать что-то. Вот тоже джангл написать вот здесь. Будет с двух сторон. Можно, в принципе, ему отца пририсовать, но это будет лишнее. Ой, ты посмотри, чат. Ну как великолепно, посмотри. У него уже рамочка появилась, блин. Тут крокодилу, правда, плохо стало, у него лапки отпали. Но ничего страшного. Мы можем еще раз, типа, сгенерировать нового крокса. У тебя ножки появились, братишка! С голой носки проебал. Нормально, слышишь? Пойдет, пойдет. Так, хорошо. Носки проебал. Предлагаю вот тут тоже джангл дописать, да, то есть. А потом фотку расширить, и будет очень забавный кусок стены, и за ним растение. Можно тарзана добавить. О, уже и зеркало в дверь превратилось. Бля, слепота, чат. Очень классно, мне нравится. Очень ламповая фотокарточка. Так, ну что, молодой, давай расширяться. Великолепно, великолепно. Мне нравится. Продолжаем генерировать. Попугая на плечо, сейчас добавим. Предлагаю птеродактиля. Можно обезьяну сгенерировать, которая там на дереве сидит. Только с ней надо аккуратно. Ебануться, что? Нет, меня это не устраивает. Значит, сделаем по-другому. Не дадим ему понять, что там комната. Чат, 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 чат. Sky. Sky with... как будет облака? Clouds. Ребят, посмотрите.
И за эту хуйню ваш фотограф в школе брал 5000. Серьезно. Это вот технологии дошли бесплатно. Ой, хорошо, красавец какой мужчина, реально. Ой, ой, ты посмотри на него, реально. Какая вам больше нравится, чат? Вот это прям очень ложится кайфово. Так, надо еще внизу теперь расширить. Надо river написать. Река, да, то есть, ну, мы уже в принципе... Пусть будет сверху небо, снизу река. Очень классно будет. Да, подъебало крокодильчика, конечно. Не, мужик, что-то не подходит. Давай-ка перегенерируем немножко. Давайте ground напишем. Да сука, что такое? Я ему наоборот пытаюсь, чтобы он понял, забывая о том, что не надо ему ничего понимать. Пусть сам все, пусть сам генерирует, что ему надо. Он не может нормально сгенерировать. А, другие нейронки уже спокойно с этим справляются. С кайфом причем. Этому тяжело, пиздец. Он прям рандомит как-то. Ну что это? Пусть так пойдет. Пойдет так! Я заебался уже это делать просто. Так, на 200% ставим. Я хочу пожарного сделать. Да крокодильчика сейчас снесет, ну ладно. Fireman. Что Fireman, что это значит? Fireman suit, наверное, надо было написано. Или Firefighter. Великолепно! Просто великолепно! Не, с первой версии прям вообще неплохо. Чё, сюда хотите Parrot, да? Parrot. Ты смотри, чат! Смотри, смотри, чат! Какой же попугай охуенный! Как вам фотокарточка, тюнинг? Сюда обезьяну хочу поместить. Не, оно выглядит, как будто она прям, ну, прифотошопленная сильно. Она не прям не в этом. Там реально обезьяны. Но она прям очень плохо выглядит. Вот! Вот это классно выглядит! Бля, все! Эта фотка готова. Это реально оригинал фотка. Человек, видите, с животными общается. Крокодильчик, попугайчик, обезьяна сидит вот. Небо, кусок квартиры, сам пожарник по факту. Здорово, здорово. 5000 донатом жду. Ради интереса можно и отца сгенерировать. ADD, father in swim suit. Скрой. Все, погнали. Удивительно, чат, просто разъем. Я, кажется, научился пользоваться этой. Это лучше всего. Там других вариантов, другие варианты плохие очень. Ну, плохо сгенерированы. С лицами беда. День ног пропустил. Текст он не генерирует, поэтому я просто вот здесь. Анапа 2007. 120 по шрифту сделаем. 125, во. Немножечко обводки навалим, да, то есть. Тут старые, я надеюсь, все. Тень, да, то есть. И объемность надо добавить. Сейчас через обводку это сделаем. Не внутреннюю, а наружную надо, снаружи. Мужик, великолепная фотография вообще, если честно. Лучше не придумаешь, честно. Я рад, что такой стрим сделал. Смотрите, чат, как открыточка, ну реально. Надо змею вот сюда повесить для концепции, да, то есть. Ну, не вот здесь справа. Я предлагаю текст чуть-чуть опустить. А вот здесь будет змея. Снейк. Идеально, ты посмотри. Бля, как она с животными работает, это я, меня в шок убивает даже. Мангал как на английском будет? Вот тут мангал бы разместить, вот тут. Грилл. Тимба. Так, хорошо, мангал есть? А, сейчас я вспомню свои профессиональные эти. Блик. Во! Ну, чтобы это была вообще, поняли? Ну, реально, как фотка, блин. Открытка. Смотри, чат. Сейчас, погоди. Еще раз. Охуенно, не? Чат. Какое пиво? Ну куда его поставить? В руки? Beer in hand. Все нормально. Так, хорошо, у бати пиво есть? Бля, вот тут надо аккуратнее сейчас. Beer in monkey hand. Поясню на всякий. Я так запарился что-то прям вообще. Вулкан? Ну вулкан это лишнее уже будет, не? Его больше некуда пихать. Его можно вот тут запихнуть. Вулкану? Бля, ну это конечно не вулкан. Но вот это очень прям вписывается, если честно. Snake smoking weed. Ах ты, snake smoking. Странно, вроде бы Adopt, где это? Американская компания? Там в некоторых штатах легалайз. Хули, блядь, блочи-то. Что? Не понял, ну ладно. Vape snake. Да ёб твою мать, вейпы тоже там забанены, что ли? Я считаю, все, тут все идеально, чат. Ну что тут еще сделать? Тут только вниз расширять. Не, ну мы можем, конечно, вверх, в бок, вернее, расширить вот так. И водопад слева ебануть, красивый. Ну и все, на этом стопнуть надо.
Так, теперь берем вот тут водопад. Waterfall. Чё, кайф? Это что, блядь, за сквирт? Вот это хорошо сгенерировал, вот это прям вообще косячно. Все, чат, я больше не хочу делать. У меня охуенная открытка получилась, правда. Теперь мне кажется, что тут настолько все пи***то, что этих типов просто нахуй отсюда убрать, они здесь лишние, понимаете? То есть, Space X Rocket. Кому надо, тот заскринил уже. Хули крэпыч, смотри, чат. Сори, мужик, но типа без тебя здесь лучше, если честно, получилось. Кайф. Бля, мне понравился контентик. Классный. У меня просто сегодня голова болит, чат, я не такой разговорчивый. Можно из кота сделать динозавра попробовать. Бля, ради интереса, как он его? Кошак обдолбанный какой-то, помойный что ли? А что это? Это Манчкин? Бля, уже появляется сомнение, что он даже живой, если честно. То есть он выглядит как... Он уже 3 дня точно так лежит, поняли? Не двигайся. Помятый немножко. Все, я думаю, это идеально. Бля, мне вот еще хочется просто, знаете, что сделать? Себя засунуть. Dead Inside написать. Что, блядь, выдаст? Бля, удалены. Аниме Russian Patriot. Ничего общего вообще. Блядь, что-то... Ой, как же у нее с лицами бед... Ух ты, бля, смотрите.